Трензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». Я не понимаю, почему уже третий год подряд у порта Палундра практически нулевая прибыль. Сейчас, согласно отчетности, грузооборот по навалочным видам составляет 500 тысяч тонн в год. Но я знаю, что такой объем еще 5 лет назад давал только один из наших ключевых клиентов. К сожалению, клиенты от нас отказываются. Такова рыночная конъюнктура. Если хотите, Манагер, как председатель совета директоров порта, покажет вам более детальную отчетность для понимания глубины текущих проблем. Мы готовы приобрести ваш пакет акций по сходной цене. Форензика. Как миноритарий порта Палундра, вот уже 3 года я не получаю дивиденды. Поскольку я не вхожу в совет директоров, то не участвую в принятии решений по деятельности порта. Стоит ли мне избавиться от своего пакета акций по той цене, что предлагает мажоритарий? Если у вас есть вопросы, то вы можете найти все в нашей отчетности. У нас все как на ладони. Мы урезали расходы как могли, но спрос на услуги порта падает с каждым днем. Я бы также хотела вас попросить дать мне возможность осмотреть территорию порта и задать вопросы вам и вашему бухгалтеру Финику. Что касается кредитов и займов, мы избегаем их брать, а выдавать у нас нет на это возможности. Посмотрите баланс. Строки по соответствующим статьям нулевые. Про баланс не спорю. Но вот внутри отчетных периодов у вас постоянно идут операции по выдаче займов на внушительные суммы компании «Палун». Да, она гасит их практически тут же, поэтому сроки в балансе нулевые. Мы регулярно ремонтируем здание нашего основного склада. Основной подрядчик, компания «Палун», просто творит чудеса. Без них склад бы уже давно рухнул. Вот тут у нас хранятся насыпные грузы. Интересно. Результаты проведенного нами 3D-лазерного сканирования показали, что сейчас на складе находится порядка 42 тысяч тонн угля. А по данным бухгалтерского учета, их должно быть не более 37. А зерна вообще тут не должно быть. Складика, мне нужно провести ряд форензик-аналитических тестов. В частности, направленных на выявление необычных паттернов миграции покупателей и прочих контрагентов порта за последние 4 года, то есть за годы появления проблем. Есть. Компания «Палун», которая была зарегистрирована 3,5 года назад, стала одним из ключевых покупателей услуг по перевалке и хранению насыпных грузов. Одновременно от этих услуг отказались 5 самых крупных покупателей порта. Однако объемы грузов от компании «Палун» были в 6 раз меньше того, что порт получал ранее. Также компания «Палун» была подрядчиком по выполнению строительно-ремонтных работ основного склада. Порт Палундра фактически остается очень прибыльным предприятием. Его убытки всего лишь бумажные. Мажоритарий выводил деньги через выдачу беспроцентных займов компании «Палун», которые погашались внутри кварталов через взаимозачеты за фиктивные услуги по ремонту склада порта. Как выяснила форензика, вы скрывали часть выручки за услуги по перевалке насыпного груза, поставив ту же компанию «Палун» в качестве прокладки между портом и конечными покупателями. Только часть груза документально оформлялась между «Палуном» и «Палундрой». Как адвокат миноритария, я могу с уверенностью заявить, что доказательная база, собранная форензикой, более чем достаточна для возбуждения уголовного дела. Но мы можем решить этот вопрос и в досудебном порядке, если договоримся сделать адекватный расчет рыночной стоимости пакета акций миноритария с учетом вскрывшихся обстоятельств. Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».